Доброе утро. Доброе утро. Мы едем по Швейцарии. Всем доброе утро из Швейцарии. Здесь очень красивая природа. Горы, водопады. Сейчас у нас будет впереди самый большой туннель, самый длинный туннель, 17 километров продолжительностью. Вот начинается самый большой туннель продолжительностью 16 километров 942 метра. Вот мы заехали. Сейчас будем почти 17 километров ехать. Туннели. Мы теперь Швайц и паузу сделали. И мы вот такие булки получили. Мы сейчас находимся в Швейцарии. Через 6 километров граница с Италией. Мы сделали остановочку, заправились и сходили в туалет. И когда идешь в туалет, нужно покупать... В общем, он платный. И покупаешь талончик. Он стоит 1 евро. И потом на кассе ты можешь выбрать на свою сумму какие-то продукты, вот, например, какую-то выпечку или кофе. Вот у нас было 4 талончика, и 3,90 стоит вот такая вот булочка. Мы за нее 4 талончика отдали. 4 евро получается. Вот такие цены на бензин в Швейцарии на границе с Италией. И вот так выглядит парковка. Вот здесь небольшая. И вот здесь уже побольше мест. Вот здесь касса. Easy Stop. Где написано, там можно покушать, ресторанчик, кафе, магазин и туалет, душ. И вот так вот выглядят здесь колонки. И мы сейчас продолжаем дальше наш путь. Вот такие горы красивые в Италии. Вот это виноградники. Идет дождик, и мы сейчас подъезжаем платить налоги за дорогу. Это уже третий раз. Два раза мы заплатили без карточки. Один раз 3 евро 10 центов, другой раз 2 евро 40 центов. Третий раз мы взяли в автомате карточку. И вот так она выглядит. И сейчас мы подадим, и нам скажут, сколько мы должны оплатить налог. Вот такие очереди. Вот здесь беленькая, это кэш, баром платить. А здесь уже телепас нужен. И дальше там синенькой вот картой оплачивать. Смотрите, как интересно на поле. Сложено сено вертикально.
какая красота, какой залив красивый. Надеюсь, вам видно. Мы приехали. Сейчас нас сопровождают на наше место. Нам покажут, где мы можем расположиться, где наше место находится. Впереди едет сопровождающий на велосипеде. Вот. У него рация. И вот они общаются по рации со своими коллегами. Все очень быстро делают, хорошо. Нам в прошлом году здесь очень понравилось, мы остались очень довольны, и вот приехали в этом году тоже. Здесь можно посмотреть домики какие. Потом я погуляю с вами, покажу вам сам кемпинг. Сейчас будут припарковывать вот перед нами, а потом мы